В этом выпуске. В аптеках появится лекарство, заменяющее спорт. Его разрабатывают ученые Австралии и Дании. Теперь обо всем подробнее. Последние открытия ученых из университета Сиднея, сделанные в сотрудничестве с исследованиями университета Копенгагена, привело к созданию лекарства совершенно нового поколения. По сути, оно будет имитировать физические упражнения. Во время своего исследования специалисты с помощью биопсии проанализировали скелетные мышцы 4 здоровых мужчин после 10-минутной тренировки высокой интенсивности и обнаружили у них около 1000 молекулярных реакций, которые происходили в мышцах в ответ на физические нагрузки. Оказалось, что упражнения вызывают в мышцах людей чрезвычайно сложный каскадный набор ответов. И это играет важную роль, например, в метаболизме или чувствительности к инсулину, поясняет соавтор открытия доктор Нолан Хоффман. И хотя ученые давно подозревали, что физические упражнения вызывают сложную серию изменений в организме, это первый раз, когда мы получили точный ответ, что происходит именно. Это прорыв, так как полученная информация позволяет создать препарат, имитирующий настоящие положительные изменения в человеческом организме, вызванные упражнениями, подытожил доктор Хоффман. На этом все. Следите за последними новостями в области медицины на канале «Доктор Орлов».